Из 42 тысяч казахстанских заключенных трудоустроены лишь 13 тысяч человек. Борьба с безработицей в колониях станет темой второго тюремного форума, который пройдет завтра в Астане, сообщили сегодня на брифинге СЦК. Кроме трудоустройства заключенных, руководство исправительных учреждений сейчас занимается их обучением. Если в 2001 году при колониях действовало лишь 3 профессиональных колледжа, то сейчас уже 46, где осужденным предлагают освоить любую из 47 специальностей. Таким образом, в год эти учебные заведения выпускают около 3000 дипломированных специалистов. Конечно, в деятельности данных колледжей тоже имеются некоторые проблемы. Это в том числе и материально-техническое их необеспечение, обеспечение учебной литературой. Но мы стремимся к тому, чтобы осужденный, выйдя из мест лишения свободы, имел специальность, котируемую на рынке труда, и мог по этой специальности после освобождения трудоустроиться.